приветствую вас во втором нашем видео в котором мы поговорим о том как почистить реестр в предыдущем видео вы узнали как удалить программу если ее нет в списке установленных программ а теперь после того как мы ее удалили И, кстати если вы не видели предыдущее видео вы можете его посмотреть сейчас у вас на экране появится ссылка Можете посмотреть сначала его и потом перейти к этому. Если же вам просто нужно узнать, как почистить реестр, можете продолжать смотреть это видео. Сейчас я вам покажу. Значит, в прошлом видео мы удалили программу нестандартным способом вручную. Теперь нам нужно почистить реестр, так как программа у нас осталась прописанная в реестре. Значит, покажу первый способ. С помощью программы App Utilities. Значит, сейчас на экране у вас появится ссылка на видео. Об этой программе я уже рассказывал. Если вам интересно, можете посмотреть. Если же нет, вот я сейчас покажу, как с помощью этой программы почистить реестр. В трее у меня висит, она включена, эта программа всегда. И я кликаю по ней правой кнопкой мыши. И здесь любимые задачи. И вот здесь видите первый пункт ⁇ запуск обслуживания одним щелчком. Я кликаю по нему и сейчас посмотрите, что происходит. Вот посмотрите. Первый пункт идет ⁇ Очистить реестр ⁇ То есть программа будет чистить наш реестр. Я, наверное, сейчас поставлю на, на, на паузу видео, чтобы не тратить ваше время. А по, в конце мы рассмотрим, что там, что там произошло. Так вот закончилась оценка нашей системы и здесь мы видим очистить реестр, и реестр обнаружено 16 проблем, дефрагментация реестра, а оптимизация не нужна, так элементов очистка и так далее. Значит, что нам здесь нужно, здесь мы просто кликаем провести обслуживание и вот сейчас реестр наш чистится. Так. Ну, значит, это по поводу обозревателя я отменил, так как мне сейчас это не надо. Нам сейчас главное было очистить реестр. Вот устранено 16 проблем. Теперь мы закрываем. Все, реестр почищен. Но это еще не все. Это первый способ очистить реестр. Теперь перейдем к более интересному методу с помощью специальной программы, которая специализируется по реестрам. И эта программа достаточно хорошо себя зарекомендовала. По крайней мере, я очень много хороших комментариев по поводу нее слышал. И сам ею периодически пользуюсь. Просто для того, чтобы чистить свою систему. Эта программа называется Re Organizer. Вот ее ярлык. Сейчас я покажу вам, как она работает. Давайте я ее запущу не отсюда, а вот здесь найду ее. Вот она у меня установлена. Вот он, REC Здесь, видите, есть Uninstall, это удаление REC Но это относится к первому видео. Здесь же нам нужно запустить эту программу. Мы кликаем запустить. Эта программа специально для реестра. Она производит всевозможную проверку реестра, чистку реестра. И вот, видите, REC запускается. И здесь по умолчанию стоит проверка реестра. Видите, проверка реестра проводилась 90 дней назад. То есть давно я последний раз проверял. Собственно, здесь ничего особо сложного нет. Вы легко разберетесь с этой программой. Вам главное ее установить. И здесь вы можете. Вот, исправление ошибок и чистка реестра. Оптимизация реестра. То есть здесь слева пункты, которые здесь у вас есть. То есть вы нажимаете «Проверка реестра». Дальше жмете «Начать» и программа будет проверять реестр. Пока программа проверяет, я расскажу вам это на тот случай, если у вас не стоит TuneUp Utilities, не установлен, либо же если вы в нем не уверены. Рехорганайзер все-таки, на мой взгляд, посерьезнее работает с реестром и поэтому должен его проверить более качественно. Программа проверила наш реестр и видите найдено 159 проблем. То есть Тюна Абуделитс не до конца все проблемы устранил. Мы нажимаем исправить. И вот идет исправление. 154 проблемы в реестре исправлены. Нажимаем готово. Так, теперь... Видите, статус изменился, на все в порядке. Теперь нам нужно оптимизация, провести оптимизацию реестра. То есть здесь мы идем по порядку. Нажимаем оптимизация реестра. Здесь нажимаем выполнить оптимизацию реестра. Так, здесь нас просят закрыть все другие работающие программы. Но я не могу этого делать, так как я делаю запись. Я попробую не выключать. Надеюсь, что запись будет сейчас производиться. Видите, экран затухает и идет оптимизация реестра. Все, оптимизация реестра практически произведена, но здесь требуется перезагрузка. Вот видите, готова, требуется перезагрузка. После того, как я закрою окно, программа перезагрузит компьютер и произведет, то есть оптимизирует реестр. Значит, сейчас я видео остановлю и после перезагрузки мы Перейдем к следующим действиям этой программы. Вот перезагрузился компьютер. И я опять включаю rec Organizer программу. И посмотрим, что у нас сейчас она покажет. Вот запустилась программа Reg Organizer. И вот посмотрите: логическое состояние. Статус все в порядке, физическое состояние все в порядке. Теперь здесь нам рекомендуется чистка дисков. Экспресс проверка дисков более 138 ненужных файлов. Это тоже мы можем сделать. Давайте же сделаем сразу и этот пункт выполним. Нажимаем чистка дисков. Найти ненужные файлы и неверные ярлыки. И чи чистые папки. Ну, то есть здесь стоят галочки по умолчанию, все правильно. Нажимаем начать. И вот программа начинает нам исправлять наши ошибки, проблемы. Я опять же видео на паузу поставлю, чтобы не тратить время. Так вот, проверка. Проверка завершена, и видите, вот здесь найденные проблемы, 1698 проблемных файлов. И здесь нажимаем «Исправить». элементы перемещаются в корзину ненужные. Потом не забудьте их, видите, почти на 1 гигабайт, 968 мегабайт. Не забудьте их удалить из корзины. И вот, как видите, 1698 проблем было исправлено. Нажимаем «Готово». И вот здесь у нас теперь, видите, все статусы, все в порядке. Вот таким образом мы уже почистили реестр и даже диски. И давайте обратим внимание, здесь еще интересная есть функция удаления программ. Давайте зайдем. А, здесь видите... Давайте я расширю. Здесь также можно удалять программы. То есть, если вы установите эту программу, прежде чем удалять ее тем способом, которым я показал в первом видео, вы можете поискать, возможно, здесь будет та программа, которую вы хотите удалить. Если в других ее нет, возможно, она будет здесь. Вот таким образом. Значит, ну я ничего удалять сейчас не буду. Значит, вот этой программой RF Organizer вы можете проверять и оптимизировать свой реестр периодически. Как вам захочется, как вам будет удобно. На этом, считаю, наша задача выполнена. То есть, давайте подведем итог. Я закрываю программу. Возвращаемся к комментарию. Значит, мы сначала удалили программу в первом видео ручным способом удалили все файлы программы и в этом во втором видео мы почистили реестр и вот как у нас здесь спрашивал юрий как удалить грамотно чтобы ручками по реестру не лазить ну я считаю чтобы ручками не лазить по реестру нужно именно иметь вот эту программу органайзер хотя есть и другие программы но я пользуюсь ей именно рех органайзером, поэтому показал на примере его. Или же, как я уже в начале видео показал, TuneUp Utilities. Есть такая функция, которая производит обслуживание одним щелчком. Но, как мы и увидели, что она не до конца чистит реестр, как это делает рех органайзер. Ну вот, собственно, все. На этом это видео буду заканчивать. Если видео было вам полезным, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И мы будем с вами встречаться в следующих видео. Желаю вам успехов, до новых встреч.